Всем привет, друзья! Вы на канале Top Movie PK Games. И мы продолжаем проходить истинные преступления города Нью-Йорка. Я тут зашел в один бар. Решил выпить немножко винца. Отдохнуть, так сказать, от полицейской суеты. Ну, классно здесь. Пойдемте на задание. Нас ждет приключение. Новые приключения. Всем добро пожаловать. Приятного просмотра. У нас сумасшедший поджигатель появился. Так, ну попробуй его ликвидировать. Хотя, толку от этого. Может и не будет. Оп. Полиция. Сам себя поджарил. Вот, иди. Так, посмотрим на карту, друзья. Так, у нас задание таксиста Фредди. И, конечно же, сюжетное задание. Так, друзья, начнем. Задание. Привет. Оп. Так, ну-ка. Одолжи кочулю. Езжай домой. К семье. Я тебя отпускаю. Дела меня займись. Черт. Лаборатория по производству наркотиков. Черт. Где она находится? Далеко? А нет, тут рядышком. А толку-то чё от него? Все равно эту зону я уже освободил. Не, пожалуй, я пойду в сторону Фредди. Я, блин, друзья, за кадром немножко переоделся. Маркусу. Костюмчик такой. Как вы видели. Так, будем сегодня драться в стиле карате, я думаю. От тэквондо отдохнем. Сегодня или карате, или мечом буду бандитов кромсать. Своей катаной. Стрип-клуб. Так, не знаю, что в этом магазине. А, хотя он закрыт. Ну, какие-то магазины еще открытые. А это опять для этих, для голубых, так сказать, магазинчики. Так, прическу можно поменять или закрыто у нас? Да, закрыто. Ладно, поехали. Не будем уже ни на что отвлекаться. Вот нас ждет уже наш друг. It's the king of New York. You're funny, Freddy. What's up? Oh, thank goodness you're here, my friend. I missed a payment on gambling debt again. Now Shylock's going to fight back. Please, take the wheel, get to the garage before they catch up to me. When the car's safe, go kick shithole asses, yes? Ну, конечно, беру yes, все за здание, я не понял, конечно, но... Many thanks for your continued drive, my friend. Так. Yeah, buckle титры up, я Freddy. Не читал, друзья. Marcus is behind the wheel now. Их надо уничтожить или обезвредить, я не понял. Shit! No!
Блин, беспредел в Нью-Йорке. Черт, нифига не вижу. Ну все провалены, да? Да я тороплюсь и так, Фредди. Я ни хрена не вижу из этого дыма. Черт. Ладно. Буду надеяться, что я не врежусь. Так, тихо, аккуратно, едем аккуратно. Вот она, тихо. Фу. Фу-ху-ху, раздолбали его машину. Ну все, отлично. Миссия выполнена. Слава богу. Да. Эй, женщина, дайте я вас обыщу. Ладно, чистая. Гуляй. Так, где мы находимся-то с вами? Угу. Ну, отлично. Мы выполняем задание, пожалуй. А потом уже двинемся на сюжетное задание. Let's see what kind of shit I can get into. Цель надо выполнить пару заданий копов. Тихо. А то мне эти красные зоны хочется освободить как можно больше. Нью-Йорк. Черт. От преступности. Так, рок-группа. Так, берем наше карате. Эй, ублюдки. Кто я? Тебе лучше не знать, кто я такой. Ха-ха-ха. Промазал. Чё, попал. Красавчик. Ты арестован. Получил? Красиво. Дьявол. Ножкой. Или вам дама, или Донни Йена. You got anything illegal on your mind? Okay. Надеюсь, вы знаете, кто, друзья, это Донни Йен. Это отличный актер, тоже мастер карате, тэквондо. Если не видели фильмы с Донни Йеном, желаю, то есть советую посмотреть. Так. Это... Вот, ага, вот оно. Давайте. Сейчас выполним это задание. Приехали. Отлично. Маркус, по-моему, отлично выглядит в этом костюме. What the hell? What are you doing here? Так, блин. Так, друзья, извиняюсь. Блять. Ты, блять, кто такой-то вообще?
Козел. Ну подходи, сука. Fuck sons of bitches. I hope you got a good lawyer, man. Это все, да? Подозреваемый арестован. Интересно, что за задание это было? Так это, блин. Не может быть, чтобы это все. Так. Вот оно. Эй, придурки! Нью-Йорк полиция! Hit that motherfucker! Make him bleed! Oh, come here! I'm gonna... Ага, клево. Не выдержал мои удары. I'm gonna stop a mud hole through you. What about my kids? You fucking cock! Да ладно. Fuck sons of bitches. You have the right to one phone call. Ага. Че, сдаешься, что ли? Че, серьезно? Ага. Деризм. Ну давай, вставай. Wasn't done being worshipped. Интересное задание. Классно. Это в последнее время задания такие интересные попадаются. Прикольно. Мне нравится. Разнообразное задание. Классно. What's happening? Так. What the fuck? Если что, заодно, друзья, поищем магазин одежды. Ну, просто есть одна курточка. Должна продаваться. Черная курточка. Вот. Я бы хотел ее найти. Если и будет такая возможность, конечно. Ну, Маркус и так классно выглядит. Мне нравится. Так, где мы находимся с вами? Черт. Направо. Полицейское задание выполнять. На вражеской территории. Блин, коп, отвалили. Да, драка, мужики, драка. Вот стрип-клуба. Офигеть. Ты бабу не поделили? Asshole! Oh shit! Police! Drop your weapon now! You son of a bitch! You stupid fuck face! Yeah, I'm talking to you. Hey, on my. There he is. You got the right to an attorney and some other shit I can't remember. Че это было, я не понял, короче. Ну ладно. Главное, преступники обезвредены. Обезврежены. Так, ладно, поехали. Блять. Издеваетесь? Назад. Вот тебе и фак. Так, я думаю, те кроссовки, которые надо собирать, они, наверное, находятся на главных достопримечательностях Нью-Йорка. 1032,
Блин. Блин, эти гонки, ну, блин. Неохота мне за кем гоняться. Я лучше магазин поищу. Одежды. И, кстати, мне надо подкрепить пончик взять себе. Хот-дог. Так, где еще у нас продается? Hey, good to see you. Мужик, что продаешь? You look like you need new clothes. We got a great deal. Ну, эта одежка у меня, конечно, как бы есть. Нет, я не это ищу, друзья. Хотя в этом костюме надо тоже заебись. Черт! Так. Магазин музыки. Что, купим музон? Better watch where you're walking, pal. Ага, вот он. Police units come in. Code 1039. High profile criminal witness reported kidnapped. Forced into the trunk of a late model sedan. Вот такой магазинчик, друзья. Смотрите. Всякие диски музыкальные продают. Телефоны. Телевизоры. Так. Большая операция по борьбе с наркомафией. Блин. Ну поехали, друзья. Выполнили это задание. Блин, как он далеко хоть? Хочу узнать. Так-то, конечно, далековато, но ладно. Чтоб Нью-Йорк очистить от преступности, надо вот выполнять такие задания. Damn pieces. Hey, police coming through. Че, сейчас приедем, друзья. О, там, блин, там продавали эти хот-доги. Мне надо скушать парочку. А то у меня здоровья маловато. Так, вот сосиска в чести. И содовая. Отлично. Спасибо. Отлично. Подняли себе здоровье. Отлично. Теперь можно спокойно ехать на задание. Вообще на изи. Тихо. Автобус. Полегче, приятель. Что это, блядь? Черт, женщина. Женщина, извиняюсь. Надеюсь, мои извинения вы примете. Так. Заходим. Фу, с Богом.
Нифига себе, лаборатория тут у них какая-то. Блять, они с оружием еще все. Блять, жарковато будет. Шел ты. Why are you waiting? Вот, блядь, герои бегут, сука. Punk. Давай, выходи. Блин, друзья, извиняюсь за крики, блин, зря я вышел, блин, надо было более быть осторожней. Блять, меня убили, суки поганые. Девушка. Меня убили. Поехали напрямую через парк. Нормально. Заебись. Won't do it? Try me. Hey, I'm just waiting to kill somebody. А ну-ка, успокоились все. You think I won't do it? Try me. Мужик. I'm out of here. See ya. Может, ты расслабишься? Kiss my ass. Полиция. Отлично. Обезвредили преступника. Женщина, ну-ка встаньте. I'm clean. Why won't you believe me? Sorry, my fault. You're free to go. Так. Ладно, едем на основное задание. ДТПшечка. Ну-ка, друзья, разберемся. Ух ты. Меч. Эй, ты. Отдыхай. Yo, maybe you'll wise up after this. Все, вот я разобрался с этой пушечкой. Заебись. Потом я пойду на полицейское задание потом, после основного сюжета. Мне надо поймать главаря этой мафии, итальянской мафии, главного босса.
с ним разберусь, а тогда уж можно будет выполнять мини-задание. Вначале нас ждет босс итальянской мафии. Bet this is it. Да, здесь. Ой, женщина, извиняюсь. Вы как? Оба. А чё? А чё? Ух ты, ты кто такая? Женщина. Интересная. Эй, а ну-ка отпусти меня. И мне понравилось, как я тут припарковался. Эй, ты! Якоб! Что ты мне сделаешь? Нью-Йорк полиция! Ну что ж, это у нас небоскреб, получается, недостроенный какой-то. Ну что ж, а вот и я. What's the hurry, Vince? Shit! You are fucking relentless, aren't you? I'm gonna ask you one more time. Who's your contact over at OCU? The same people who were supposed to take care of you, asshole. Didn't they pay enough cash to make sure fucks like you stayed out of my business? Who did you pay? Yo, freeze! Remember me, motherfucker? Yo, I ain't got time for this shit. Rocco, I'm coming up to shut everyone down. No, I shed everyone! No, I need you alive. Hey, hurry up! Here he comes, one drunk of a guy! You ain't gonna try to lay me down, motherfuckers. You fucking cock! Oh, yeah, мужики, друзья, сейчас будет жарко. Эккули, амацатели! Goddamn piece of shit! Прикольно. А вот это небоскреб в миниатюре. Интересно. Нифига тут. Это что, штука бабла? Круто. Я возьму. Damn, I gotta find another way up. Черт, а как мне? Лифт поврежден. Наш залезаем посюда. Так. Интересно. Оп. Так, друзья, может я туплю немножко? Так. Так, покуда мне идти-то? Не понимаю. Я думаю, посюда? Да, посюда. Так, сейчас надо быть очень осторожным. I see him. Oh. Waste him. Yeah.
котов. Блюдок. Over there, hurry up! Черт. Prendetelo e legatelo. Yeah! Eccoli, ammazzateli. Eccoli, ammazzateli. Видите, говорят по-итальянски. Ах ты, сука, вот ты. Сука, ты ебаный. Prendetelo. Fuck him up. Сроцо, che non c'è altro. Ammazzate quel bastardo. Да ты че, сука? Prendetelo e legatelo. Марко, ты чё, издеваешься надо мной? Так. Oh, your ass ain't getting out of this. Oh shit, where'd you come from? Get in there and kill that cop, you babose! Крутой, сука. There he is, shoot him! You punk! Крутой, чувак. Пошел. Ты тоже пошел нахуй. Punk. Пидор. They gonna love you in lock up. You had a right to remain. You know the rest. Так, you're under arrest. Arrest. Так, ладно, пускай валяется. Ладно, аптечку. Аптечки очень важны. Get down! А! You douchebag! I see him, waste him! Давай, покажи свою жопу. Fuck him up! Kiss my ass! Al riparo! Eccoli, ammazzateli! Prendetelo e legate! Eccolo, prendetelo! Ha! Ha! Squartatelo quel figlio! Oh! 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 Pezzo di merda! Блять, c'è такой неуязвимый, да? Stronzo! Stupid motherfucker! You douchebag! Ah! Ah! Shit! Stop! Stop! Да вы чё, сука, откуда беречь-то? Где он? А! Он чё-то густой, вот кусачек. Так, арестовываем. Ублюдков. Итальянская мафия. Ну, никак, конечно, в мафии, но чуть-чуть, совсем чуть-чуть, как-то. Отслабься. Goddamn piece of shit! Kill that fucker!
А что я тебя грохну? Сдохни. Ох ты, сука. Красавчик. Гнида, какая. Тихо, Маркус. Не балуйся. Убери свой пистолет. Я не хочу тут вздыхать. И не хочу начинать заново. Вообще не хочется. Ни грамма. Мы уже на приличной высоте с вами, друзья, находимся. Так, подождите. Too late, you pig son of a bitch. Ты заебал. Hey, you fucking footox. I'm about to get pinched over here. Мужчина. Arribaro. Как мужик. Fuck him up. Ha! Break his neck. Козел. Аптечка есть, отлично. Yo, I hope you got a good plan B. Аптечка это то, что надо нам. Okay, that's what I need. Так. Ага, понятно. О, что за дебил? Эй, ты! Расслабься. И получай удовольствие. Придурок. Да. Здание не слабое. Так, поднимаемся вверх. Сейчас надо быть очень осторожным. You douchebag. Сделал, попал. Какая-то шальная пуля прилетела все-таки. Козел. Козлина. Сложно, сложно. Сложно это, друзья, сложно. Мне бы выжить. Охуеть! Ну хорэ, а! Всё. Приехали. Блядь. Ой, я так и знал, что задание будет тяжелым. I'm gonna knock you into the next life. Блин, сейчас надо будет уклоняться, друзья. Much better. А, куда стрелять? Stings a little, doesn't it?
Блин, не могу прицелиться. Ты не сдохнешь? А, я на краю! Блять! Сучара. Вот тебе и щит. А ты что думал? Yes, yes. Toozy, you fuck. You better tell all about your connecting OCU. El Jefe fucking set me up. I just paid that fucker another drop. It was delivered this morning, this time to Locker 125 at Grand Central Station. Your ass better be telling the truth, Vincent. Отлично. Фу, мы это сделали. Мы поймали главного злодея. Итальянской мафии. Так. Yo, Whitey, I got the proof on OCU. It's got to be Victor. Bring him to Grand Central Station, Locker 125. You better be right about this, detective. Yeah, yeah, just get the search warrant, man. Отлично. Что у нас есть на карте? Посмотрим. Наш друг, король. Основное задание. Но даже два побочных задания появилось. Даже три задания побочника. Вот это клево. Так, а мы где с вами находимся здесь? Ну, давайте сгоняем тогда еще. В сторону... Так, в сторону короля. Это сюда, да? Нет, это назад. Бытовая ссора? Нет. Пока не буду выполнять бытовую ссору. Вначале наш друг. Эта зона тоже стала коричневой. Отлично. Вот не зря полицейские задания выполняю. Отлично, сейчас поговорим с нашим другом. Наше это задание напрягло сильно. Уж не хотел проигрывать. Слава богу. С первого раза у меня получилось этого поймать. Ублюдка. И это клево. Сейчас можно спокойно поболтать с ним. Другом. И у него, как обычно, наверное, задание будет на время. Надеюсь, что нет, конечно. Упс. Мужик. Смотри, куда едешь. В следующий раз. Так, статуя похожа на Бенджамина Франклина. Ну ладно. Поговорим. Always good to see you, son. How you holding up in here? Anything going down? Marcus, you are not gonna believe this, but some short-sighted idiot kidnapped Slim for ransom. Now, you know I love Slim like a brother, but I ain't paying out a dime for his well-being. The king doesn't play, and he does not negotiate. Just like U.S. policy, baby. I want you to bum-rush the meat I'm finna set up, but leave at least one of them alive. So he can tell you where Slim is at. End of story. You got that, son? Интересное задание, друзья. Отлично. Yeah, that's my boy. Задание прикольное.
общем, похитили тощего нашего знакомого. И хотят выкуп за него, чтобы мы заплатили за него выкуп. А вот хрен им, мы платить не будем, а просто сейчас приеду и всех их расстреляю. И одного желательно оставить в живых, чтобы его допросить можно было. В общем, заключается наше задание. I ain't giving you a goddamn dime. Now where's Slim? Fuck you, asshole! I ain't telling you shit about Slim. Hey, придурок. Give me what I want. Yo, I'm just getting warmed up. Look, I'm just doing as I'm told. You ready? Hey, easy up, money. Maybe I do know something. Говори, сволочь. This is bullshit. Блин. Да что ж такое-то? Не получилось. Hello, Mark. Yo, Whitey. I got the proof on OCU. It's got to be Victor. Bring him to Grand Central Station, locker 125. You better be right about this, detective. Yeah, yeah, just get the search warrant, man. Pop, look, I... Eating too many donuts with your new cop buddy's got you messing up. Are you ready to act like you give a shit, huh? Да, конечно, я попробую еще раз, друг. That's my boy. Просто какая-то херня произошла. Какая-то херня. Эй! Police officer! Тачку дал. So... С дороги, мать вашу. Мне надо одного придурка допросить. I ain't giving you a goddamn dime. Now where's Slim? Fuck you, asshole! Я чё за хуйня? Эй, придурок. All right, motherfucker. Where the hell is Slim? Sting. Slim was our only way to get into gang. I ain't telling you. Talk to me. Come on. Start talking. Yeah. I can't talk. I can't tell you nothing. Give me a name. I talk. A motherfucker Slim is being held at a safe house downtown. They expect me back right away or they're gonna put a bullet in that fool head of his. You ain't gonna make it. Yeah, alright. But you best not be bullshitting me. Так. Man, another cop. Чё, поехали дальше? Едем к следующему, что ли? Я думал, бой не будет. Кстати, у меня есть коктейли еще, гранаты, надо бы их вот пустить. Ну куда будет бойня, попробую. Угу. А вот сейчас и будет, наверное, бойня. Да, Нишин? Будет. Хм. Эй, ублюдки! Someone's here! Police! Да я, блядь, пол! Вам похуй, я надо. Бронцо! А с меня тоже будет похуй. You had a right to remain, бла-бла-бла-бла. Shit, Marcus. I'm having a fucked up kind of day. Блять. Watch out. That mofo's got serious fire. Fuck, shooting bitches. Так. Back off. Отпусти его. Adios, motherfucker. Ага. Yes. Вышло, да? Ну, нормально.
Я его спас. Отлично. Hello, Mark. Yo, Whitey. I got the proof on OCU. It's got to be Victor. Ну, гранаты было, конечно, опасно применять, потому что надо, чтобы тощий выжил. Ух, отлично. На этом можно заканчивать эту серию, друзья. Фух. Увидимся уже в следующей части. Всем пока. Всем удачи. Потом пойдем на центральную станцию. Ну, на сюжетку, короче. Всем удачи. Всем пока.